Ну что, ребят, здравствуйте, приветствую. Мы с вами продолжаем проходить Far Cry 4. Да, с вами 8%, 8,53% прошли только. Да, ну это, конечно, такое. То есть мы только-только самое начало прошли. Ну ладно. Что-то очень громко, да, музыка? Странно, но почему-то она только здесь такая, когда я делаю, ну, меньше музыку делаю, ну, типа, потише, да, но здесь все равно громко, а потом в игре, наверное, наоборот, звуки тихие. Поэтому, знаете, чтобы не затягивать, то услышишь поудобнее, надевать бальдек обязательно, прям пить душ, прям чипить кофе или пить воды, поэтому просмотр, а мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! О, мы остановились с тобой, собственно, здесь, как ты знаешь, мы проходим только с двумя оружками, да, это с юспом. Привет. И с этим... Как нам все восстановить? Всем славнобоем, с ним проходим всю игру. Такие условия были, да, потому что я, ну, проходил чуть-чуть. Ну, плюс захотелось такой челлендж сделать. Опа. Доллет Хами. Прокан, или Пракан, Пракан, наверное, говорит, ты не доставил груз для Дхами прошлой ночью. Ты что, совсем спятил, тупица? Я слышал про него такое, что ты и знать не захочешь. Говорят, он владеет невообразимой силой. Я не хочу, чтобы в меня вселился дух или еще чего хуже. Проследи, чтобы Дхами получил свою долю опиума сегодня вечером. Осуждаем. Ну ладно. Угу. Здесь, в принципе, еще такого нету. Ладно, мы с тобой, собственно, сюда, да, вот к ней подойти. Намасте, Аджай. На вот эту звездочку, да, мы хотели с тобой пойти, да, собственно, вот. Там еще одна такая есть. Давай. Аджай, хороший ты человек. А что у тебя голос поменялся? У меня новости только для тебя. Пейган отправил в Высокогорье тайную экспедицию. А, я знала, что слово «тайное» тебя зацепит. Они разыскивают древний рецепт, целебное средство из орхидей. Не дай им найти его. Я покажу тебе путь. Постарайся, ладно? Ну, ладно. А почему тебе голос поменялся? Ну, ладно. Окей, окей, мать. Хорошо. Let's go, надо, конечно, патроны были зайти, да, взять. Надо было нам с тобой патрончики, собственно, было зайти-то взять. Аптешечки, вот это все, броню, да. Купить, потому что, ну, как бы, да, это очень важно, когда с одним оружием, вот только с этим оружием проходишь, то есть с ближняком и, типа, даль, средний, наверное, больше вдаль, он не особо, но в средний, да, вот средняя дистанция, он нормально подходит, то есть бесшумно так проходить. Вот, слонобой, это если это уже, ну, все, спалился, да, как бы, ну, все, блядь, получается, да. Вот. Если у тебя возник вопрос после прошлой серии, то есть смотрел, конечно, ссылочку писали на плейлист, да, собственно, с полным прохождением данной игры. И там подсказочка ниже, описание спускаешься, там есть, собственно, подсказочки, да, собственно, на прошлую серию и на плейлист также с полным прохождением данной игры. Если ты смотрел прошлую серию, спросишь, опа, ты спросишь, а шо? Ой, ёпта, тихо, Мишка, тихо, опа. Такое все. Отстань! Все, покедово. Ты, собственно, спросишь, скажешь, а это, слушай, а почему ты с другим оружием играл в прошлой этой серии? Ну, брал другое оружие, да, там, снайпу, не снайпу, РПГ. Ребят, если смотреть с самого начала, все смотрели, я говорил, что мы проходим в целом с одним оружием, но если потребуется его поменять по миссии, да, там, взять по миссии РПГ, чтобы там тот же вертолет, да, там взорвать, как в прошлой серии это было, да, в игре. Либо снайпу взять, другое оружие, если правильно взять, то это, по сути дела, не считается, потому что на это я повлиять никак не могу. Вот. Потому что если, ну, по заданию нужно взять это оружие, что я могу сделать? А в других случаях, если я просто сам захотел, да, там взять оружие, это уже будет, как бы, да, ну, такое, я говорю. Такое. Поэтому, ребят, вот так вот. Поэтому так, поэтому, надеюсь, вопросов если больше не осталось. Золотой путь, кто будет помогать в поле? Даже не знаю, сушок. А у тебя есть что купить? Привет, Аджай! Да, у тебя нечего купить. Ну, погнали, чё? Гималай, мы с тобой идем. Инъектор. Ну ладно, погнали, чё. Спасибо, что у меня на весь экран эта хуйня.
Здесь же. А он еще. Бля, прям в голову целился, прикинь. Бля, сейчас пройдут подкрепления. Такое. А ты издеваешься, блядь? На, держи, нахуй. Держи. Блядь, серьезно, блядь? На, ёпта. Салам алейкум. Так, ладно, и тут мы прошли. Ну, сейчас сюда подкрепление может прийти, кстати говоря, да. Опа, надо воздух собирать, 100%. Надо его собирать. Типа это, ну, как бы нужно, да. Лук. Ну, 4 патрончика у нас с тобой осталось, собственно. Ладно, let's go. Нам, собственно, с тобой вот сюда и надо. В принципе, могли это все по стелсу пройти, как, да, как-никак-то. Ну, типа, зачем? Ой, салам алейкум. Ой-о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 й
Ладно, поехали с самого начала. Да, 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 да. Правая гиря. Так а можно это убрать уже, ну ёпты? Мне, конечно, все очень интересно, но... Так, раз. Два. Блядь. Тихо, 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 тихо. Три. Четыре. Смотри, смотри, смотришь? Пять. Вот так бы сразу можно было, блядь. А не вот это, то, что я сейчас вот это делал. Это вот, ну, танцы с бубном. Мне это не очень нравится, знаешь. Так, воздух мы снова собираем. Потому что нам он очень нужен. Здесь, как ты знаешь, да? Так, let's go. Нам с тобой, собственно, вот сюда, да? Убьёк ты. Так, вон челик стоит. Раз. Так, два вижу. Так, он еще стоит, я вижу. Угу. Мари, блядь, вот я по голове стреляю, что за хуйня? Угу. Где? Парень, ты где? Блядь, где он? Я у него... А, вон стоит. Давай, 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 давай. На, ёпта. А, не попал? Тварь. Все хорошо. Бля, надо Патрике экономить, потому что это вообще жесть. Без них будет тяжко 100%. Я тебе говорю. Вот на клаше мне дают патроны у них, а? На клаше мне дают патроны, а вот, ну, как бы, да, на пистолет нет. И это, знаешь, очень довольно-таки так странно. Это довольно-таки странно.
О, а вот это хорошо. А вот это очень хорошо. Это очень хорошо. Вот, видишь, лук есть, снайпа. Ну, снайпа, да не, зачем? Типа, попробовать можно, но мы с тобой проходим уже с одним оружием, да? Поэтому вот с одним и будем проходить все. Так, let's go, нам next, собственно, с тобой идти. Можно по стелсу, как я понимаю, да, проходить, а можно и не по стелсу. Так, сохранение есть, погнали. А, о, смотри. Бля, серьезно? О. Бля. Ну, можем пойти понизу, можем пойти поверху. Давай. У, ёб ты что? На, держи, блядь. Тебе гранату. Вертолет? Блядь. Тихо, 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 тихо. Где он? Какой вертолет? А ну пошли понизу. Бать, ты что тут делаешь, мальчик? Блять, это вертолет, прикинь. Ёптан. Ну ББ нахуй. Я понял. Я понял. Да. Маджей поглощает. Да, я знаю, что он поглощает, слушай, блять. Я в курсе, что он поглощает все это дело. Давай их оставим. Вертолет летит, прикинь. Он так и так летит здесь. Ну, если ты в курсе, но так и так летит здесь. Он из круги наворачивает, ладно. А где они? Бля, тихо, 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 тихо. Блять, что? Ну охуенно, чё? Я понял. Ну классно, чё. Ну классно, чё. И как мне это проходить, по-вашему? Типа понизу проходить? Ну давай понизу. Давай с того отметим. Понизу проходим. Здесь челлендж же есть для этого. Ты просто еще один сраный труп. Да отосёшь ты, блядь, как ты меня натягиваешься? Дурак, что ли, совсем? Бля, мужик, лови, короче, грену тебе заебал. На, блядь. А вот вертолет, реально, смотри. Он тут понизу ходить. Дай-ка мне, блядь. Где он, блядь? На, блядь. Пососи бибу, как говорится. На, блядь. На, блядь. Иди сюда.
Иди, иди, иди сюда, мальчик. На, блядь. Вот это по-нашему. Вот так надо было сразу. Блядь, не попал? Не попал? Ладно. Попал. Вот так надо было сразу, понимаешь? Так надо было сразу начинать. Все... Ой, блядь, здорово. На, лови. Еще один РПГшник, еще один вертолет будет. Я, вот не, я просто не знаю, будет здесь еще вертолет или нет. Просто если будет, надо его... Как бы да. По-хорошему-то. Пока, пацаны. Ну, вы сами там справитесь, я думаю. Ой, бля, а чё их так много здесь, слышишь? И то это только тут, да, я отметил. А, их трое всего лишь. А вон еще. Ой, блядь. Ты прикинь. Мужик, ну ты, блядь, мимо как бы кидаешь. Блядь, а где еще-то? А вон, смотри, внизу. Ой, тихо, 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 тихо. Попал, прикинь. Бля, ну все. Ну, ладно, пацаны, пока, блядь. А, охуенно. Р реализм. Блять, что? Да подожди ты, ёпта, на ёпта, тихо, 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 ходим, 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 ходим. Блять, опасно нахуй. Бля, вот когда пес, видишь, пес из-за того, что мало у него там патронов, он кончается, и все, и пиздец. И что ты сделаешь? А ничего ты не сделаешь. Вот так вот, потому что, ну, потому что вот так вот, блядь. Охуенно. Ну все, получается, у меня больше ничего нету. Но ножом. Не, ну это вообще забей. Да все, все, отъебись. Здесь еще кислород есть. Давай возьмем, ну, сейчас. Сейчас увидишь. Ладно. Ну давай, ладно. От безысходности, ребят. Бля, вот калаш такой, блядь. Ебать, ты что делаешь? Дурачок, что совсем? Ну, все хорошо тебе, слушай. Не, ну реально, у тебя все прям, ну, в порядке, там, не знаю. Прикинь, бьет, просто херачит. Ну, все нормально. А мне вот сюда бы патроны. Это было бы классно. Так, здесь кто-то будет, я уверен в этом. Дойдем с вершин горы раньше, тогда я вам покажу.
А, во. О. А, ну нет, короче, тут выше было написано «Достигните вершины», там чего-то. Чего-то. Вертолет. «Достигните вершины», короче, там что-то такое было написано. Здесь вертолет. Ой, блядь, тихо, мразь. Так, давай-ка сюда. Дай! Подожди, не считается, видишь, все, я занят. Не считается, подожди. Видишь, я занят. Где она? А вот. А, сука. Подожди, я же могу аптеки доделать. У меня же есть эти, блядь, как называется-то? Эти самые, ну, растения, эти, листочки зеленые есть же? А здесь нельзя, что ли, как в этом, в тренинг пока изготавливать эти инъекторы здоровья? Нет, нельзя? Это херово. Ну ладно. Ну ладно. А куда нам, подожди? Куда нам дальше? А вот. Да. Вот это что блин, а блокобуру изготовить, да, для... Ой, ёпт. Для этого. А как нам? Что? Как нам? Куда? Блин. И куда мне? Ну, явно не туда же, правильно я понимаю? Хочешь, как мне просто перепрыгнуть нужно? Нам пробуем, ладно. Нет. Тихо.
Собственно, я с тобой сделали, да, там навык, это у нас 6 навыков было в целых, мы с тобой используем сейчас их, да? Я хотел в прошлой серии сделать в конце, но ладно. Ну, ладно. Так, что тут, как делать-то вообще? Я просто, ну, это, ну, как бы да, ну, типа, ну да. Ой, блядь, тихо, нахуй. Да ты, отстань! Это нам нужно для приманки. Почему бы и нет? Если спросить, почему там без звука, ребят, я уже, ну, говорил в прошлой серии, скажу в этой тоже. Это сделано лишь для того. Лишь для того, чтобы, короче, авторские права не дали. Потому что там за музыку в ну, типа, не в лобби, а в этом, когда конечно, в шкафчике, конечно, за эту музыку, которая там есть, за фоновую, дают АПшку. И это не очень, ну, хорошо, в принципе, да, как по мне. Поэтому, ребят, так вот. Поэтому, сорян, ну, как бы, да. А нам вот сюда, типа, нужно. Там два пути есть. Давай сюда. Уж там вил, проход дальше нету, типа, ну. Банально. Ой, вертолет. Беги, 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 беги. Давай, 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 давай. Беги. Отъебись. Лишь бы оно там осталось, знаешь что? Подожди, как? Куда? Не понял. Все, ну закрыли то проход. Серьезно? Реально? Или мне кажется? Все пропало здесь, все, ребят. В смысле путей было, ё-моё. Ой, для пистоля есть. Патрончики, это хорошо. И здесь, короче, понял, нет ничего. Подожди, там же есть несколько, он там есть путь, получается. Вот здесь есть путь какой-то. Мы же можем идти не там, где же вертолет, правильно понимаю? Просто типа сами как добраться туда. Тут же несколько путей, правильно есть? Или я ошибаюсь? О, воздух. А, вот здесь можно было бы просто пройти. Ну хорошо, но здесь же несколько путей, правильно понимаю? Или нет? Есть несколько путей сюда и вот сюда, ну вот пойдешь пошли сюда, допустим, то да? Давай, конечно, после этого сейчас навыки используем, ну я прокачаю заново те, которые прокачал. Да бля, уйди ты. Еще бы не хватало этого мне, блять.
Ну, допустим, я хочу здесь пройти, ну, и что мне это даст? Потому что это бессмыслица, там нужна РПГшка же, не? Просто пробежать там, ну, вообще нереально, как будто бы. А, ну вот сюда я не допрыгну, да? Ну было бы неплохо туда допрыгнуть, знаешь, блин. Не, то я просто не допрыгиваю, вот в чем прикол, понимаешь? Я сюда не допрыгиваю, он мне не даст туда допрыгнуть. А, вот смог, прикинь. Ничего себе. И снова вертолет. Пожалуйста, ну дай успеть, дай успеть, дай успеть. Не-не-не-не-не-не-не, пожалуйста, 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 пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Забей, вообще забей. Как мне это пройти, блядь, как? О боже, давай, блядь, сейчас будем по 15 минут проходить одну и ту же, блядь, миссию. Ну, почему бы нет, да? О боже. Ну, все, иди в пизду. Может, надо остаться здесь, типа? Ты чё? Может, надо остаться здесь, он здесь пролетит просто. Остаться здесь, он так пролетит здесь. Все. Да, попробуем так. Бля, он обратно возвращается, прикинь. А, это забей вообще, смотри. Можно переждать, да, то есть. Хорошо. Бля, мразь, тут попробую. А, все, он там сел. Нет, он летит обратно. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Быстрее. Да, вот здесь он здесь летает, патрулирует. Тихо, 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 тихо. Можно было так, ладно. Потому что я эту миссию тоже проходил, как я помню. И когда я ее проходил, я помню, что я проходил, знаете, как я просто РПГшку брал, бах, вот так делал, и все. Ну, то есть по вертолету ебашил, и все, с РПГшки. Как бы вот. Ну просто он читер, ну типа это нечестно. Блять! Тихо, 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 тихо. Если не сохранилось, я рот ебал, ребят. Честно, рот ебал эту хуйню сейчас. И сейчас не сохранилось. Давай сейчас дойду я туда быстренько, да? И мы с вами продолжим. Так, это я почти дошел до того момента, прям вот чуть-чуть осталось туда дойти. Собственно, да? При этом он здесь больше не пролетит. Вот здесь он точно не пролетит. Я понимаю. Да, дали нам, конечно, задание интересное. Yeah.
О. Так, ждем. Что где-то здесь летает. Криптово спустил снова. Поехали. Такая чуть-чуть душненькая задание, чуть-чуть душненькая. Хотя оно легкое довольно-таки, но все равно душненькая чуть-чуть. Чуть-чуть душненькая. Напряжение от вертолета все равно есть. Знаешь, как-никак. Нам нужно вот здесь спуститься или что? Ну, ладно. Ну, ладно. Собственно. Успел первым? Да, вижу по улыбке. Молодец, Аджай. Освободив Керат, ты можешь подарить это людям. До той поры храни его. Инъектор называется. Задание выполнено. Дела, хорошо. Аджай? Да все хорошо, у тебя как? Так. Намасте, Аджай. О, могу что-нибудь себе купить? Подождите, могу что-нибудь купить? Алло. Тачка не помешала быть хорошая. Ну ладно. Да подожди ты, о. Так. Здесь ничего нету. Так, давай мы с тобой сейчас. Опа, не понял. Все бы отдала за чашку кофе. Так, у меня есть он. Еще больше. Все нормальное снабжение. Да это у меня есть костюм крыло, ты че? Значит, стоит используем с тобой навыки, собственно, да? Там будет, не будет звука, грубо говоря. Ну что там АПшка, ребят, все, ну, предупреждаем. И изготовим кое-что еще. Так, давай-ка мы с тобой сейчас телепортнемся в лагерь, да? Обратно в наш. И, собственно, там сейчас с собой, ну, все продадим, закупимся заново, да? И обратно я выберу те же оружия, которые, с которыми я прохожу эту игру. О, давай быстренько, стой, сейчас переместимся, надо все это дело взять, сделать, собственно, да. Почему бы и нет? Опа, не понял. Политика нулевой толерантности. Пэнган Мин напоминает, что все граждане, носящие цвета золотого пути, будут, ага, расстреляны на месте, осуждаем. Нет, не будет толерантности к любым намекам на поддержку, ага, из Банапура. У короля есть глаза в каждой деревне, он следит за своими детьми.
Не разочаруйте вашего короля. Да озарит вас свет Пейгана Мина, министерство по связям с общественной и социальной гармонией. Ну такое на самом деле, такое. Жестоко. Обсуждаем такое. Почему здесь не прочитали это разве? Ну ладно. Так, давай сейчас я тоже так же без звука все при тебе сделаю, да, потому что АПшка как бы не хочется словить. Может быть, заменю даже там, знаешь. Давай попробуем, я здесь поговорю, попробую заменить. Попробую заменить там, короче, звуки. Если, собственно, да, там вообще не будет звуков, значит, я просто удалил, ну, музыку, да. Вот, либо этот, да, либо удалил, в принципе, все звуки, которые там есть, чтобы не было АПшки. Поэтому вот так вот. Ну так, предупрежу тебя, чтобы ты понимал, да, что да как. Чтобы ты знал, что да как происходит вообще. Так, мы с тобой все купили, да, собственно. Так, а эти как? Эти парни в капюшонах быстрее и опаснее солдат Мина. И говорят со зверями. Хорошо, хорошо. Так, а как здесь изготавливать? Как мне, короче, здесь это... Можно ли здесь инъектор делать? Я думаю, нет, скорее всего. Кто-нибудь, да. Помогите! Опа. Постоянно действующее приглашение. Я распространяю постоянно действующее приглашение на всех жителей Тиртхи и прилегающих деревень. Если у вас есть опасения или жалобы по поводу моих методов или солдат армии с короля, знайте, что мои двери всегда открыты для вас. Жду вас в городе Болли. Что истинно для вас, то и есть ваша жизнь. Пол де Плер. Понятно. Так, ну давай... Рад, что ты вернулся. Да, я тоже. Погнали вот на этот вопрос, отгоняемся, то быстренько, да, собственно, да, почему бы и нет. Быстренько выполним с тобой там задание. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. И, ну, чтобы посмотреть, что это за задание. Потому что там все, в принципе, понятно по тем двум, да, по звездочке и по хауту, туда N. Как говорится, ну вообще ха, тут английский же буквы ха. Вот, а по вопросику надо посмотреть, что там за территорию-то нам покажут. Давай-ка посмотрим, давай как доеду, собственно, да, так и включить, чтобы не затягивать хронометраж, да. Тихо. Короче, мы с вами дошли до, ну, дошел до этого задания. Тут не так далеко, но вот прям несколько метров, на 100 метров находится от лагеря, собственно, где мы с вами были. Не знаю, зачем дальше поехал, ну ладно. Что здесь надо найти-то? Ты мне скажешь, что здесь надо найти? Покедал. Ты чё, блядь, как? Где они? Собаки что-то лают, нормально. Майки. Так, ну это выход, хорошо. Что мне, собственно, нужно здесь найти-то? Да, фонарик очень такой, если на самом деле. А что мне здесь нужно найти, подожди? Там ничего глубже нету, типа, идти куда-то.
Сорон Маска Ялун там. А, вот это мне нужно идти. Ну, я понял, это доп какая-то, да? Типа. Ну, ладно. Ну, ладно. Не туда. Ну ладно, ладно, окей. Мы с тобой поняли, собственно, что это такое тогда. Давай там мы с тобой вот так на край. Ну, блин, ну. Вот так вот, на таком красивом виду, да? С таким красивым видом мы с тобой, собственно, закончим серию, потому что и так она уже длинненько получилась. Хотя там, я думаю, примерно 45 минут, ну, как раз нам столько и нужно, да? Получится. Вот, спасибо за просмотр, какая серия была. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.